Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на очередную серию по Audi S4, и она сегодня наполнена для нас невероятным напряжением, потому что серия должна выйти в четверг, как обычно, сегодня, чтобы вы понимали, суббота. При этом в воскресенье у нас выходной, во вторник я в офисе, в среду она уже должна, ну, точно монтироваться и быть вечером у меня. Из того дней, когда мы можем реально поснимать и что-то дать этому миру, это вот сегодня полдня, понедельник весь день, вторник полдня, возможно, среда утро. Все. Дней осталось 3-2,5, это очень мало. Работа, конечно, идет, но мы в вахтунге, потому что все прямо уже на краю. Porsche Cayenne разобран. Конкретнее про этот Porsche Cayenne вы еще увидите в наших сериях, которые выходят по вторнику. Об этом чуть позже. А нам от него, как я и говорил в прошлой серии, в этот раз нужны тормоза. Это на жаргоне так и есть, те самые называемые. Прям люди их так и называют. 18-е тормоза от Cayenne. Вот прям серьезно, они так и называются. От них нам подойдут только машинки, потому что диски, несмотря на то, что они в отличном состоянии, в принципе, им еще ходить и ходить, по сверловке на Audi S4 не подойдут. Поэтому берем машинки, и машинки эти уезжают в ВБП. Это Волк Брейк Перформанс. Этих ребят вы знаете по сериям с УАЗиком. На Фронтеру, на Пантореску делали тормоза эти ребята. Они косячат, да, эти ребята не идеальные, но тем не менее качество их работы все равно мне очень нравится. Поэтому эти тормоза уезжают к ним, но они уезжают только в понедельник, опять же, по выходным. Нормальные люди не работают. Соответственно, это тоже время, оно все тратится. То есть результата по этим тормозам в этой серии мы, наверное, никакого не увидим, что печально. Из хорошего у нас собирается блок на мотор, ну, собственно, на АН мотор, АН голову, если быть точнее, да, и он выглядит, ну, конечно, шикарно, вы посмотрите, там все почищено, новый блок, новый, кстати, в мою защиту, очень много людей выступало в комментариях, что нормально и 0.4 прокатит, зато, знаете, точно можно греть его в 200 градусов, и при таком тепловом зазоре никогда поршня не заклинит, ничего не случится. Поршня, кстати, наверное, неправильно. Поршни, скорее всего. Но тем не менее. В общем, он на самом деле, конечно же, офигенен. Все новенькое, все чистенькое. Тот случай, когда трогаешь моторы, руки потом чистые. Вот на пальчиках серая осталась, это я тормоза ковырял. К нему уже же приделано непосредственно наше кастомное, полукастомное, полустоковое сцепление. Все это собирается. Есть еще также генератор, но генератор у нас уходит в ребилд, естественно, поэтому подшипники придется поменять, как минимум подшипники. Еще кронштейн ролика натяжного. Класс. Просто все пушка. Но времени при этом на все про все у нас практически не остается, потому что 9000, блин, деталей все едут. Турбо. Приедет, она где-то уже по России, она уже рядом, но она, опять же, до четверга не успеет. Электронный блок управления двигателем, также он где-то уже рядом, но, наверное, также не успеет. И когда все это на нас свалится, а это свалится в течение 7-12 дней, здесь будет столько работы, это нужно будет все переваривать, это будет полная жесть. Но пока мы просто вот на таймере, в ожидании. Но кое-что есть из интересного. Пойдемте покажу ништяки. В этот раз у нас получается гораздо больше, и в этом нам очень сильно помогает Авито. Там на самом деле просто кладезь автозапчастей, и многие из них доступны даже по доставке, и это сильно упрощает процесс покупки из регионов, допустим. Ну, как вы понимаете, на Авито можно не только покупать, но и продавать, потому что помимо покупателя должен быть еще продавец. И у нас после наших проектов как раз очень часто остается уйма отличных запчастей. С Авито доставкой покупать можно из любой точки России, совершенно не обязательно при этом ограничиваться своим городом, поэтому и покупателей на наши товары также получается в разы больше. Соответственно, и продавать все наши запчасти получается в разы быстрее. Как только на какую-то запчасть находится новый владелец и оформляет покупку, все, что остается мне, это выбрать удобный пункт выдачи и отправить в нем товар. К примеру, сейчас все готовятся к сезону переобувки, так почему бы не поискать шины на Авито? Там, как всегда, отличный выбор. А множество других запчастей на Авито смело можете продавать и заказывать с Авито доставкой. Ссылочка, естественно, будет в описании. Неожиданно написал человек, сам же он записал, по-моему, да, я? И сказал, что есть очень прикольное стекло. Это заднее стекло на S4. У нас тоже нормальное стекло было. Ну, а что там ему там будет, там, заднему стеклу? Но это с надписью Quattro. Причем надпись Quattro выведена вроде как подогревом, но на самом деле это оказался не подогрев, а судя по контактам, это оказалось... Братан, это подогрев. Это в натуре подогрев. Ну, я просто смотрю вот на это и понимаю. Да, то есть нитями подогрева... Мне несколько человек в личку писало, что это антенна. Прикинь. Но там вот идет такой контакт, и от него эти две нити выходят. Это нити подогрева. То есть, возможно, эти варианты, когда на инии
обогревается надпись «Кватро». Прикольное стекло. Я еще думаю, я сначала думал, что, знаешь, хотя бы найти где-то наклейку эту про Контен. Ну, просто она часто мелькала, вот эта старая. Ну, ее можно напечатать, это вообще не проблема сделать. В той же Reforma Styling там или у кого плоттер есть. Но надпись «Кватро» нитями обогрева — это, я считаю, пушка. Где реснички, пацаны? Что-то, где что-то происходит. Короче, Алексей, ты сиди так, все нормально. Алексей, Clean Parts, он же Иллинг Шоу, он же Леха, он же оператор. Да, все возможно в этом мире. Человек очень культурный и сговорчивый. Самое главное, продолжает нас радовать. Смотрите, клапанная крышка приехала. Клапанная крышка на наш АН мотор. Вот так это теперь будет выглядеть. Я не могу без улыбки это смотреть. Это просто космос какой-то. Это просто космос. Причем, заметьте, эта пробка не новая. Да, она, понятно, не оригинальная, она не новая, но она была вся в масле, и вы видите, то есть очищается все. Она же на надписи красочкой, они остаются, не повреждены. То есть вот это можно все... Я же правильно делал. Да, очень туго стало. Открыть, закрыть. Вот, она пробка прям как новая. То есть вычищает Лёша своим аквабластом, ну, просто все наглухо. Очень, конечно, приятно, очень все это теперь стало классное. Но помимо этого, также Лёха просто взял, случайно забрал вот тяги рулевые. Просто взял, забрал, никто не просил, Лёха их забрал. В итоге, смотрите, резинку ее никто не вытаскивал, не выпрессовывал. То есть это сейлинг-блок, да, в рулевой рейке. Он остался после аквабласта, и он еще и нормальный и живой. И Лёха в итоге говорит, да вам только рулевые наконечники поменяйте, все, а тяги живые, и все. Лёша их почистил, восстановил, покрасил. Ну, соответственно, наконечник-то Лёша никак восстановить не может, поэтому ее придется поменять. То есть даже такие вещи, они, получается, ну, типа как сэкономили, что ли, в общем, такая история. Еще куча кронштейников всяких приехало, естественно. Причем здесь есть еще детали от Фронтеры, они там лежат на других полках, Леха также их тоже чистит. Еще остатки кронштейнов, ну вот, к примеру, место, где он не чищенный, да, внутри. Вот как оно выглядит, видите, раковину, туда попадает соль, вот оттуда все это сыпется по-прежнему. И место, оп, которое обработано, ну, то есть наглядно прямо видно, насколько это все классно очищается. Где реснички? Они не покрашены, нет, да, они, но они очищены, да, насколько можно, и это нежнее, чем песок. То есть, если бы они уехали в песок, возможно, они бы уже, конечно, и не вернулись. Но поскольку это аквабласт, это заняло у тебя, наверное, очень много времени, да? Аквабласт такое не приспособлен же для него. Да ты... нет. Нет? Более-менее? Полчаса. В общем, это наши самые реснички по фары. Да, конечно, коррозия, да, понятно, видишь, что здесь еще будет шпатля и прочее. Что? Что? Вот что? Это что? Белое, это еще оцинковка осталась. Ну, вот это то, что белое, это все оцинковка. Вот это цинк еще остался. Да. Угу. А все, что синее, это уже все. Так это песочило еще до тебя, это песочило трассы. Ну, в общем, да, и в итоге даже их, это просто очень трудонаходимая вещь. Они обычно сгнившие уже до дыр, и большая с ними проблема. То, что стоит под фарами у нас. Даже их удастся теперь покрасить, восстановить и поставить на место. Так что все круто. В целом ничего, да? Согласись. В целом очень даже ничего. Ткань, конечно, очень такая крупная ячейка у нее. В отличие от Ореги, но исходя из того, что если мы ничего не найдем, то это просто офигенно вообще. Смотрите, пацаны. Чего ты гривой машешь? Ты даже не видел еще. Работает на камеру, парень. Огонь! Вообще, просто охуенно. Короче, то, что вы только что видели, это была заставка с, ну, во-первых, с Пашей, где он говорил непонятную речь. Да, непонятную речь, к сожалению, очень дикция подводит иногда его. Во-вторых, это была технология ультрафиолетовой печати. Я уже всем в комментах наотвечал, мне многие, кто писали, что это строчка, я сказал, да какая-то строчка, ты что, это лазер?
А это, походу, строчка, Паш. Не, Рига строчка, да, ты знаешь. Строчка, да? Да, Рига строчка, да. Рига строчка. Это я, получается, облажался, значит, да? Угу. В итоге мы получаем такую штуку. То есть, да, сейчас тут угол наклона, может быть, немножко не тот, квадро. Да какая? Она же должна быть стандартная ткань-то. Да, но это все еще, понятное дело, что такой опытный образец, да? Да. Это первый пробный образец, скажем так. Да, это пока что еще не та ткань, которую мы будем перетягивать. Мы просто попробовали, что же мы можем сделать. Но это выглядит чуть-чуть по-другому, чуть-чуть. Через то, что у тебя строчка переливается. И строчка все-таки, по-моему, отличается цветом от ткани, но она отличается цветом от 30-летней ткани. Как оно было новым, нам неизвестно. И, возможно, оно отличалось именно вот так, а не вот так. Потому что все-таки строчка плотнее, чем ткань, и выцветать должна по-другому. Вот нам дают два варианта. Сейчас. Вот нам дают два варианта, Никит. Вот надо выбрать один из них, потому что они разные. Зачем нам дали эти варианты? Чтобы что? Ты не поверишь, но еще внизу есть вариант. Ты его даже не... Чтобы я больше бесился, что я в очках, надо было слушать маму и не смотреть столько телевизор, да? Да, там не желтый, тут еще нассано снизу, да. Что тоже радует. Слушай, ну вот так прям, когда накладываешь, вот смотри, вот я соединил, и прямо все, вот так, ты просто зацени это. Вообще нет разницы. Просто эта ткань уже выцвевшаяся и засаленная, старая, 30-летняя, а это новая. Во! Все, смотри, я все сделал. Да, и это ездит сейчас, и это в два раза дешевле. Нет, отсюда смотрится пушка. Даже на контрасте, как бы, он вообще никак не проигрывает. Тихон. Да. Ты всегда был за правду. Как бы смешно это. Давай, не снимай Тихона. Мы изменим твой голос. Ну реально, как это смотрится? Это смотрится хорошо. Паша говна не делает. Он мне заплатил. Да там сейчас прямо я вижу, когда пятерка залетела тут же. Караван. Да. Смотрится четко. Мое мнение. Мое мнение, что смотрится просто пушка на самом деле. Да. Мне, честно говоря, мне даже вот такой черный больше нравится, чем этот чернильный синий, вот какой-то вот фиолетовый, он выцвевший, да. А нового мы никогда не найдем. Да, опять же, в чем прикол, мы не видели новую, и нет гарантии, что она сделана не так же, и не там же, просто только увезена туда и продана обратно. Вот в чем прикол, мы этой ткани не видели, потому что мне все говорят, купи оригинал, а я говорю, ребята, оригинал кончился в 98-м году, дальше его делают так же, ну серьезно, никто не будет делать сейчас оригинал сегодня, это в промышленном масштабе невыгодно. Ты посмотри, какая ляля, а? Короче, вас тут нет. Вы смотрите видео. На видео вы никогда не поймете, в чем разница. Серьезно. И не надо мне заливать, что я же вижу, что это строчка, это не строчка. Это я вам сказал, поэтому вы это знаете. Все. Мы таращимся в эту ткань уже третьи сутки. Мы прекрасно понимаем, что нифига не поймешь, оригинал это или нет. Все четко. За 25 евро продадим в Германию. Оплата строго в рублях. Почта в описании. Короче, поскольку мы не знаем, насколько долго это будет служить, хотя мне отписались люди, которые катера делают. И они на катере прямо вот это все делают печатью и говорят, вообще ходят, без проблем. Долго, да, но нам интересно понять, сможем ли мы эту надпись все-таки каким-то образом уничтожить. Для этого Паша взял шкурку сейчас 2000-ю. А сейчас еще заедет оборудование для детейлинга. Нет? Ну, здесь мы быстро закончим, да. Давай, пробуй. Давай сразу на Вольве. Давай потрем. Давай поставим какие-то зацепки, да, на ней? Ты не особо зацепляется вроде. Так может я как-то, как этот? Да нет, ты как опытный корщеточный. Нет, ну вот за эти самые пошли катышки чуть-чуть. Слушай, ну она держится. Корщетка. Да, серьезно, братан, мы ткань. Я же на куртке так не рискнул, не получится. Это мы по волокнам делаем, смотри, вот в чем ошибка. Да, давай против. И, собственно, ничего не меняется, да? Ну, слушай, да, видишь, повреждение есть, но сколько оно держит, смотри. Есть тема. То есть, если мы просто возьмем вот так... Ничего не будет. Ничего не будет абсолютно. Это испачкалось, по-моему, просто от того, что здесь было. И... Нет, видишь, вот так против волокон, вот пытается царапать. Но износостойкость, я считаю, все равно неплохая. Очень даже. Очень неплохая. В общем, надо делать. Однозначно. Мне кажется, это в какой-то степени даже лучше, чем строчка, потому что не будет выпирать, все будет гладко и не будет никаких проблем.
Далее мы традиционно раз в неделю заезжаем к ребятам в Милл Риф. Мы не приезжаем посреди недели, не снимаем все это, промежуточные варианты, не мешаем ребятам работать, так сказать. Да и, честно говоря, работа, она всю неделю выглядит вот примерно так. Шумит болгарка, а иногда не шумит болгарка. В этот раз, конечно, изменений больше, чем на прошлой неделе. Вернее, их не факт, что больше, просто они более заметны, потому что ушли и, может быть, уже даже пришли обратно хвосты лонжеронов, которые под багажником. По крайней мере, я видел это в видосах. Ну, она прямо вся зачесана уже. Прямо... Это называется, потому что мы не приехали в понедельник, когда все нас ждали, и срочно перед понедельником что-то делали, действительно, а потом в среду. Не, ну, на самом деле, мы понимаем, что вся работа вот такая. Смотри, иди сюда. Видишь? Его больше нет. И этот, по сути, тоже такой же должен быть, как я понимаю. То есть вот что сейчас идет. А вот он там, делается заново. Ты просто посмотри на это. Мы снимаем из засады, знаешь, как канал Discovery Channel. Смотри, вот это. Не вспугни мастера. Ты понял, да, что это просто из нового металла? Целиком выстукивается хвост. Это обалдеть. Не, просто мы были в прошлый раз, и мы каждый раз, когда здесь снимаем, знаешь, тишина, никто не работает, ничего не происходит. И люди думают, что здесь с машиной тоже ничего не происходит, что никто не работает. Но просто обычно работы перестают идти потому, что чтобы нам не мешать записывать. И в этот раз мы решили вот вам показать, что на самом деле все в порядке. Это просто... Серьезно. Это прям новый хвост. Да, и вот так отсюда, вот так, и пошел. Вот так туда, полы, вот это все, туннель, вот все, вот так вот, аккуратненько. Ну да, это что было, это вы в качестве для кондуктора, да, просто варили, чтобы при снятии... Да, иначе он не получится целиком вообще снять. Ну да, вы прекрасно видите, что это было. Хотя внутри при этом даже еще остаются какие-то грунты, что-то там такое было. Но это никак не помогало тому, что вот здесь, вместе пескостроя, все это кончилось. И поэтому изготовлен вот этот шедевр. Нет, это круто. Это прямо круто. Вот за такое, я считаю, не грех даже и по срокам выйти. Потому что, ну это же, блин, новый хвост лонжа. С этим также будете делать или его еще можно? Это, как я понимаю, можно спасти, этот получше был. Здесь также все выстучено еще внутри, тут куска вот этого багажника теперь нет, вернее, он, его не было, и теперь он сделан новый. Это прикольно. Здесь тоже заплатки. Слушайте, на самом деле, да, вот так вроде машина стоит и стоит, и даже в одном багажнике смотришь, раз, два, три, раз, два, три, лонжа 4, кромка выстучена 5, это все выведено, смотрите, 6, то есть тут прямо вот... Каждый, ну не знаю, наверное, сантиметров 10, если есть живые у машины, это хорошо. Дальше опять начинается работа. В каждые 10 сантиметров какой-то гребаный косяк. Это же опять же вытягивалось. Видите, оно уже стоит ровно, а не как в прошлых сериях. Так далее. Это стучали, еще будут стучать. Это. Все. Везде. Здесь целиком вообще вытачивается. Вот и получается, что кузов как был, так и стоит. Но при этом каждые 10 сантиметров этого кузова делаются заново руками. Это обалдеть. Смотрите, что еще из металла появляется нового, кроме хвостов лонжерона. Естественно, появляются новые хвосты порогов. Как мы и говорили в прошлой серии, ребята приняли решение, что эти пороги вот в этой своей части еще очень даже ничего. Им гораздо виднее, чем мне, поэтому окей, это их решение, мы с ним согласимся. Но хвостиков и начала, и конца порогов не было вообще. И вместо того, чтобы их покупать новые, ребята очень дружат с металлом, гибкой, молотком, выстукиванием всего этого. Посмотрите, появился просто новый порог целиком из металла. Он из множества кусочков, причем у него появился кронштейн, все как надо, все по уму. Хвоста заднего порога еще нет, и он, напомню вам, выглядел примерно вот так. Это раз. И была штука, которой не было вообще, это донорская деталь от той Audi сотки, которую вы видели в прошлом выпуске. Она накладывается вот таким образом сюда. Так вот причупонивается, и получается вот такая конструкция. С этого момента здесь еще такой небольшой кронштейн, уже идет дальше накладка порога. Еще другая такая маленькая, по-моему, пластиковая здесь тоже есть. Короче, вот так это выглядело. И это, понимаете, как уже никак не спасти. Поэтому ребята уже сейчас начинают выстукивать абсолютно. Только еще начало работы. Ровную его копию, которая вот так будет куда-то примерно сюда, а может быть даже и сюда,
наверное, даже как-то вот сюда, вот так примерно залетать. Все это делается заново. Это, конечно, обалдеть. Ради такого, мне кажется, реально вот, ну, не жалко сроки двигать, не жалко, потому что когда это смотришь, ты сразу понимаешь, что будет прикольно. Уже сейчас я, кстати, это запостил в ВК, в Телеграм, теперь много куда приходится постить. И люди в комментариях спрашивали, а из того же самого металла делают это ребята, что и была сделана машина. Ребята, а вы делаете это из того же самого металла, что и сделана машина? Скажи да. Да, мы продолжаем. Ну, на самом деле, никто не в курсе. Ну, металл хороший? Скажи да. Нормальный, да, нормальный, хороший металл. Все, красава, красава, просто. Вот, видите, все в порядке, а вы переживали. Также, помимо этого, естественно, вот здесь была дырочка в этом стакане. То, что мы еще при покупке нашли, она тщательно исправлена, и теперь здесь никакой дырочки, ничего нет, это все ровное. Отдельная история с крыльями. Крылья на S4, они, как вы знаете, свои, они отличаются от Audi 100. Ярослав из Крю нашел вот такие крылья, потому что других не было в России, эти были сейчас, их нужно срочно, и они вот такие. Удивительно, но когда вы что-то находите, то, что очень долго искали и уже купили, буквально через несколько дней сразу же появляется объявление вот с такими крыльями. И в итоге у нас есть крылья из первого объявления, крылья из второго объявления, и они, как вы видите, гораздо лучше. Да, они под ремонт, их нельзя просто взять и поставить, они тоже многократно крашены, они были всех возможных цветов, и серого, как вы видите, по этой стороне, и, видимо, зеленого, как вы видите, по этой стороне, и какого они только не были, но они прямо сильно живее. Их можно починить, и таким образом будет все здесь ровно. Не хватает пока... По-прежнему бампера S4 у нас пока нет, но есть два их в стадии переговоров. Один Казахстан, второй Беларусь. И что-то из этого однозначно приедет, потому что пацаны все на связи. То есть проблем с бампером в целом по его наличию также нет. С капотами сильно легче, оптика вроде едет, а задняя оптика уже приехала. Но об этом чуть позже. Самое главное здесь по машине, что мы с вами наблюдаем, может быть, для вас это и лучше, знаете, потому что когда... Ребята в кузовне просят по срокам еще плюс неделю или две, а серии выходят раз в неделю. Что это значит? Что серий будет на одну или две больше. Мы продолжаем, мы стараемся, очень следим за ребятами. Работа действительно делается, ну, как вы видите, большое количество. Она маленькая, кропотливая, сложная. Все это выстукивание, все вот это вот, вот этому всему вот придай форму, найди, все это обнаружь. Но, мне кажется, ребята, это того стоит. Так что... Огромное спасибо компании MillRib за то, что с таким тщательным подходом относится к нашей Audi S4. И мы движемся дальше. Куда мы движемся, надо сейчас подумать. Мы движемся в Скрю. Наконец-то в этой серии мы возвращаемся, вернее, туда. Потому что там родила ветошь. Главное событие серии. Котятки. Ребята, движемся к котяткам. Котенок. Один котенок ветоши, остальных она куда-то перетащила. Чтобы вы понимали размер. Котенка. Он меньше ладони на 30%. Еще слепой, бедняга, лежит в тишине. Ветошку от троих забрала, их четверо. Да, надо вот сейчас будем искать. Есть пруф, да, вот как они должны выглядеть. Все, этот один. Пока ни мамки, ни троих не видим, ищем. Мы нашли остальных. Я стою. Мы нашли остальных. Главное, уверенно стой на ногах. Вот там ветошь. И вот маленькие на ней котятки. Какая красота. Какая красота. Мы докапываемся до бедной ветоши. Опа. Вот оно. О, смотри, у нее новогодний прикид даже там есть. Да. Вон он где. Она кормит их. Не надо ее сейчас трогать. Все. Давай четвертого туда и положим. Ой, пищит бедняга. Присоедини его там к этому. Во, все, начал искать. Запах почувствовал. Ну а что она троих перетащила? Я же мать такая себе. Угу. Ну, троих перетащила, бросила одного оставила, да. Так, во, все, красотуля, там где-то на местности. Все, поздравляем, ветошь. С четырьмя котенками. Всех да. благ. Всех благ, счастья, здоровья. Закапывай ее, Мишань, все. Она там сама зашифровалась, сама этот пакет принесла, все. Помимо ветоши, у нас же еще радостное событие. Ярослав, вносите наконец-то. Это 16-й дубль, как мы пытаемся это сделать, но давайте. Техника не салют. Выдерживает радости. Салют, фейерверк. Салют. Игнат, наложи вот этот стандартный, самый дешевый футаж с салютом на видео сейчас. У Энда не самое дешевое, поэтому можно и подороже. Хорошо. Второй по дешевизне футаж. Так. О, ничего себе, смотри, там все деревянное.
Вот это обрешетка, вот это бережное отношение. Слушай, упаковка прямо душевная. Выходит? Да, входит и выходит. И вот так. Вот это, конечно, упаковочка. А вот это нет. И? Давай, давай. Смотри, вот здесь нет трещин вокруг. Ну чуть-чуть. Почти нет. Но они есть все равно и здесь, и здесь, и здесь. Но это, собственно, и оговаривалось. Да. Он же показывал фотографии. Да, 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 да. И видео там было, и все. Это Hella Black. Да, она раненая. О-о-о, она китом. Блин, ну вот этот прям очень в хорошем состоянии. Этот прям пушка. Ну это да, да, это все залащивается и заполировывается. Я отпускаю. Да, держу. Тоже такая же, здесь есть лампочка, чтобы светило, видимо, в багажник. Вот эта вот прозрачная от габаритов. А там же это, обшивка закрывает. А почему-то они у всех вот такие есть. И у не оригинала, оригинала вот это вот. Она прозрачная, видишь, ровно напротив лампочки. Может быть. Возможно, в обшивке что-то должно быть. Вырез? Короче, господа, это задняя бленда Hella Black. Она... В чем ее исключительность? В том, что помимо задней бленды, к ней нужны еще непосредственно поворотники Hella Black, задние также. И это весь кит. И видно, что это оригинальная Hella Black. Это не под черным лаком желтый поворотник, это именно Hella Black настоящая. И бленда тоже, она настоящая. Потому что очень часто такие варианты мы видим, когда просто берут красную стандартную бленду, или там Hella Red бывает еще, и красят ее в черный лак. Это выглядит совершенно не так. Здесь видно, что пластик прозрачный, темный. Это совершенно по-другому смотрится. Вот как это все кайфово. Это реально не под лаком. Это видно по поворотнику, опять же, что он не желтый. Он желтая, в нем лампочка внутри поворотника. Отражатель, вернее. Вот там лампочка вставляется белая, а отражатель внутри, рассеиватель, вернее, стоит желтого цвета. То есть у нее конструктив даже у таких поворотников другой. Потому что у обычного поворотника у вас просто желтая сама эта штука, красная эта штука и все. А здесь именно внутри установлены отражатели нужного цвета, чтобы лампочки их... так сказать, уже светили нужным, опять же, оттенком. И это Hella Black, супер редкая вещь. Стоила она в переводе на наши деньги 18 тысяч рублей. И еще, наверное, огромная часть денег уйдет именно на ее восстановление, потому что все равно есть трещины и прочее. Но у Hella Black есть преимущество. Даже в плане реставрации реставрировать именно Hella Black легче. Потому что на темном фоне все царапины и трещины убираются гораздо легче, чем если бы они были на красном или желтом. Это уже доказано. И плюс я выбрал цвет, пока не буду говорить какой, и с выбранным цветом именно Hella Black, черная бленда, черные поворотники и будут смотреться прямо офигенно. Потому что с красным они выглядели бы не так. И это вообще главный нюанс вот этой всей сегодняшней серии, помимо, конечно, родов ветоши. Это самое важное. Это просто нереально. Но как-то чинить это придется, да. Сейчас чинить придется не только это, да. В общем, здесь, мне кажется, компании It's Tuning будет поставлена задача бескомпромиссная сделать из этого как новую, только лучше. Да, даже видно, что вот эта трещина, она под лаком уже. Но он и говорил, они ремонтировались. Да, 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 видно да. То, что они ремонтировались. Да, да, это все скидывалось видео подробно. Это все Казахстан. Также из Казахстана сейчас едет нам Магнитола. Она уже в Питере. Ты говоришь, она завтра будет, да? Она в Питере на сортировочном, а оттуда ее не забрать, потому что это сортировочное. Либо она сегодня вечером будет на пункте выдачи, либо уже завтра. Если она будет сегодня вечером, мы даже успеем ее в эту серию вставить. Потому что мы завтра, а завтра у нас четверг, господа, мы завтра еще снимаем эту серию. Мы в четверг снимаем то, что выйдет в четверг. Все повторяется, как с Понтарезкой прямо. Там всегда утром снималась серия, вечером видео. А если мы завтра утром заберем Магнитолу, мы же ее успеем туда? Да, потому что я где-то до часу в ВБП. И потом еду к вам, чтобы к трем оказаться дома, и вот. В общем, такие дела. Мы... А, нет, не все, мы колес. Еще редуктор должны колес. Разобрать. Диски приехали. Да. Диски приехали. А, они там? Они вот там. Они там, и они временные. Василий из компании 4Wheels. Вася, спасибо тебе огромное. Отреставрировал те самые диски, которые были в первой серии. Но он их сразу забраковал и сказал, что диски эти полные дрова, потому что это Китай. Это не Ориго. И с одной стороны, Василий вроде прав. И вот это обычные наши отреставрированные диски на очень хорошей, вот эта резина называется Ovation. Я понятия не имею, что это, но она показывала лютейший держак на этой машине даже по снегу. Просто безумный держак. Через это она мне очень нравилась.
Василий нашел эти колпачки, по-моему, он их менял, потому что они не везде были именно с логотипом Audi и так далее. Вот этот колпачок. И это не Ориго. Вот эти колпачки, они оригинальные, вот на них написано Audi Германия. А сами диски, это, по-моему, Китай. И Василий на них очень сильно бомбил, что они 10 тысяч раз починены. Ну-ка, вот даже здесь видно, да, вот так вот полка просто. Ну, это, видимо, от грузов отдолблено еще. Ну, в общем, Василий очень сильно говорил, что эти диски полная дрова. По современным меркам, почти новая держаковая резина, по моему личному отзыву, по крайней мере, на новых восстановленных дисках, это в любом случае куча денег. Вот этот комплект на 18-х, я не знаю, он будет стоить под 100, наверное. Вот в этом и прикол. Что он будет стоить реально под соточку. Еще на нем, смотрите, как по ширине диска, как резина красиво стоит. Прям чуть-чуть стройчом даже. В принципе, они мне нравятся. Значит, они в арки будут хорошо заходить и так далее. Но, тем не менее, диски надо менять. А с чем у нас всплыла новая большая проблема и что нам пока не найти? Подвеску. Подвеска у нас была с занижением. Да, есть Бильштайн минус 30, есть еще какие-то аналоги. В общем, нам пока это не найти. Есть бэушные варианты, да, бэушные варианты амортизаторов с занижением. Они все водятся на барахолках и так далее. Мы хотим найти новые. И новые пока не найти, к сожалению. То есть нам в идеале, конечно, Бильштайн минус 30 на S4 загнать туда. Всегда можно перейти на винты, конечно, да? Их тоже нет. Тоже нету, да? Просто очень не хочется сток-подвеску. Сток-подвеска выглядит, честно говоря, ну, прям отвратительно. Машина становится высокая, колеса в арках не сидят, все это выглядит шляпно. Как машина сидела в первых сериях по колесу, по арке, и как при этом ехала, это было идеально. При этом она ехала неправильно, у нас постоянно на отбое бились амортизаторы, потому что они не под сокращенный ход и так далее, пружины просто пиленные болгаркой, и все равно это работало. Хочется сделать по уму, но пока ничего не можем найти. Понятно, что в аварийной ситуации мы выйдем все равно, конечно, на обычные стоковые подвески. Ее найти не проблема. Тот же Бильштейн есть в стоке. В обычном исполнении без занижения его можно купить, и пружины, и аморты, и все там будет замечательно. Но это сток. Стока не хочется. Вариант покупать БУ и перебирать гидравлику. Такие услуги у нас, в принципе, есть. Отреставрировать еще и амортизаторы. В целом, это не проблема. Сальники, штоки, что там, там больше ничего. Амортизатор, в принципе, не такая уж и космическая. Амортизатор-то есть, да. Но обычный, не под занижение. Нет, нужно именно минус 30, вот как были, потому что, ну... А передние, там же пиленые были, помнишь? Да, и да, они все было пилено. Но у нас же бэушные, ты же находил аморты. Два в одном месте, два в другом. Есть и пружины, по-моему, бэушные, где-то две штуки. А нет, новые пружины, две штуки за косарь, но я что-то не очень верю. За косарь две пружины. В общем, если у кого есть варианты по подвеске, где найти на S4 от занижением минус 30, то с удовольствием мы их, конечно, рассмотрим. Писать по этим вариантам лучше в Директ Скрю, да? Или в ВК Скрю. И туда, и туда. И лучше туда, и туда. Лучше в Директ. Лучше в Директ Скрю, да. Потому что заблокированный все равно работает. Заблокированный Директ. Значит, пишите в заблокированный, соответственно, Директ. Он, на самом деле, не так сильно заблокирован, как хотелось бы многим. Но, тем не менее, он прекрасно работает, и через него мы сможем с вами коммуницировать. Это вот эта задача. И что-то еще. А, мы хотели редуктор разобрать еще в этой серии. Мы готовы. Да? Ну тогда разбираем задний редуктор, потому что у него текут сальнички. Как вы поняли, мы разбираем задний редуктор и вместе с этим переднюю коробку передач. Задний, потому что пока не подвезли. Редуктор разбирается только потому, что текли сальники и полуоси потели. Соответственно, он мог через это терять масло, и не надо терять масло. Если уж делаем, то это не самая большая проблема починить. С коробкой же проблемы были, как вы помните, еще со второй серии, где мы совершали замер мощности. Я тогда пролюбил на старте вторую передачу, воткнул немножко не туда. С кем не бывает, как говорится, и поэтому, скорее всего, у нас приплавился синхронизатор второй передачи. Чтобы это понять, надо коробку разобрать, поэтому вот сейчас коробка раскидана. В целом, пока новости только хорошие, все зубы на месте. Очень грязное масло, оно, видимо, не менялось никогда или менялось один раз, но явно много сотен тысяч километров назад.
Все работает, даже все пары трения, короче, зубья, пятно контакта, все хорошее. Нам нужно только достать как раз первую, вторую передачу, она в самой глубине, и понять, что с синхронизаторами. Дальше эти синхронизаторы отдельно не купить, это нужна донорская коробка, или нужно менять местами. В общем, короче, чтобы понять, что делать, надо сначала это разобрать. И ровно сейчас как раз тот момент, когда вот уже Александр готовится с аппара проклятый все-таки высупанить оттуда, да, и вытащить первую, вторую передачу. Я сломал, Саня. Прости. Короче, синхронизатор. Да. Это индикатор износа, видишь? Да, да, да. Он нормальный. Еще походит. Это вторая передача. Да. Это первая передача. Ну ничего. Вот вторая. Уже не походит. А, уже не походит, уже все, не он походит. Стерся. Дальше смотри, заходы второй передачи, они должны быть острые, треугольные. Ну-ка, погоди. Ну, они кругленькие, они кругленькие, отшлифовало. Да. Ну. Вот, допустим, для сравнения, типа, пятая, шестая передача. Видишь, они какие-то треугольные? Да, все четко. Вот, а здесь все залезло. Угу. Вот это сама муфта включения. Здесь такие же заходы. Да, да, да. Все да. полукруглые. Ага. И здесь. И... Ты не доваткнул, они залезались в бок, понял, да, и застряли. Да, 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 и заплавили, да, да, да. Ну, суть, по сути, единственное решение простое колхозное. Это болгарка, диск, жик-жик-жик, сделать их обратно треугольными. Ну, или найти донора. Либо найти донора с таким же числом, но с такой же фигней. Можно поискать переднеприводные коробки, там обычно эти штуки живые все. Вот. Я себе так делаю, она какое-то время ходит, пока ты снова несколько раз не воткнешь. Я предлагаю все-таки искать донора лучше. Короче, вот, ну и по сути нам только один синхронизатор надо. Ну, это опять же донор все равно. Потому что доп. Синхронизатор мы отсюда нигде не возьмем. Не, ну они есть новые. 1-12 рублей, по-моему, стоит, да? Типа, что-то такое. Да ладно. Есть. Короче, классика. Из-за плохого переключения есть у этих коробок. Все владельцы квадро стартов и веселых моторов меня сейчас поняли, и мне сразу писали это в начале, что когда ты стартуешь, у тебя первое, бросил сцепу с отсечки, едешь дальше, дальше не отпуская газ, ты просто выжимаешь сцепление, вторая, не угадал немножко со второй, и синхронизатор прям приплавляется. Ты его там на том оставил. Не синхронизатор, муфта включения. Да, муфта включения. Да, просто изношенный синхронизатор усугубляет ситуацию. Совершенно верно. Причем в некоторых случаях говорят, если сразу еще успел быстро коробку напереключать, да, не успел. Пока на горячий да, 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 да. Оно еще какое-то время работает. В нашем случае мы этого не успели, уже сразу все перестало работать. Поэтому, в любом случае, мне кажется, нужна донорская коробка. Да, мы можем там напилить новые зубы, грубо говоря, поправить, но вот это мы уже никуда не сделаем. Да. И остальное все в порядке просто. И подшипники все в порядке, износ они там грязнющие просто полностью, а так все в порядке. Да, нужно только понять, какие передаточные числа у нас, какие передаточные числа у того, кто продает какую-то другую коробку на барахолке. Это вообще, есть таблицы, конечно, но это трафик. Но это практически нереально. Вот первая передача, видишь? Да, 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 нет, тут все хорошо. Ну, здесь все прям замечательно, коробка живая. Вот, ну или действительно купить этот синхрон за 12 рублей. Это по цене коробки, по сути. А тут слушай, болгарочка. Не, 4 одинаковых синхрона. Если мы найдем донора, мы можем синхрон четвертой передачи переставить. На первый он будет как идеальный. Плюс 3 синхрона в подарок, как говорится. Да, да, да. Я так и делал много раз, пока они не кончились. Ну, благо времени навалом и купить новые синхроны, и купить донора, поискать и так далее. В общем, ребята, вроде все пушка, все поедет. Самое главное, что нашли, что сломалось, и главное, известно, как это чинить. Итак, господа, давненько мы не были в компании Volk Brake Performance. Ребята, которые сопровождают меня во всех самых мощных проектах. Прям самых мощных. Это Opel Frontera, я имею в виду, конечно же. И проекты послабже, это УАЗик из последнего, что мы видели с вами. Frontera, кстати, снова приедет скоро. Я же ее выкупил обратно. Да. И надо обслужить будет тормоза. Мы сейчас соберем мотор. И все, по кайфу будет, как старые добрые. Задача оказалась не так проста, как я понял, да, потому что мы вам выдали тормоза от Cayenne, но есть один нюанс с этими тормозами от Cayenne. Я смотрю, что вот это уже кулак, собственно, от S4, это уже тормозной диск какой-то от чего-то другого и машинки от Cayenne. Да, примерно так. От чего тормозной диск? Toyota. Toyota. Божественная Toyota. И она по сверловке подходит на S4? Ну, там чуть-чуть, плюс-минус. Побольше сделаем под шайбы, да? Если... На правах шутки, конечно же.
Да-да-да, вот, правильно, санитарный, прозрачный, да, силикончик, он вообще наглухо держит. Это задние как раз тормоза, да, и вот с ними у нас основная проблема, потому что в Audi S4 у нас тормоза были реализованы с ручником раздельно. Нет, на одном суппорте, да? Да-да, и у нас вот сейчас как раз стоит кипиш, мы закрепили гидравлику, мы вроде как все отработали, она встала, она молодец, у нее везде все красиво, даже крутится, работает, все. Закрыли вопрос, остался ручник. Вот, с ним мы будем сейчас как раз начинать планировать. Я сейчас буду отсматривать всю технологию сборки подвески на этой машине, чтобы понять, где мы что можем еще разместить, потому что место заканчивается уже на кулаке. Вот. Ну и будем думать, соответственно, вариант, который есть с наскока, это банальщина, просто суппорт ручника, да, механический. От Brembo. По-моему, отличный вариант. Это конкретно суппорт ручника. Да, это конкретно суппорт. И больше даже в той машине, от которой вы это взяли, он никак не используется. Да. А какая машина содержит такое решение? А я скажу, это родственник. Это прям близкий родственник. Просто R8. R8? Да. И в R8 отдельный стоит. В R8 также, то есть два суппорта. Да. Первый работает на основную тормозную систему, и второй на ручник. Очень интересно. А передние тормоза вообще там просто вот так вот там кинул этому и прикрутил. У нас будет пару вопросов, но они такие чисто показательные для нас и побеседовать с тобой, что тебе больше понравится из предложенного на выбор в плане дисков, не более того. А с задним тормозом, ну как вы поняли, да, механизмов ручника бывает в этой природе несколько. Они бывают, когда у вас внутри диска барабан, в нем колодки распираются, это раз ручник. Бывает ручник 2, когда у вас, как в Audi S4 в стоке, этот суппорт, он же гидравлический и механический, то есть у него еще взводится механическим образом на тросике поршня, зажимают колодочки, и он служит так же, как тормоз ручника. И третий вариант, это наш, будет самый дикий, когда реально на этом тормозном диске будет стоять два суппорта. И один из них будет чисто за основную тормозную систему, второй будет чисто механический, к нему гидравлика вообще не подходит, и он будет чисто маленькими колодочками зажимать также тормоз с ручником. Но я считаю, что самый жир — это когда надо рычаг оставить обычный, но он взводится и нажимает в конце кнопку, и там... И вот это вот, то есть прямо совсем, вот чтобы в салон был сток, но при этом электроручник. Я такое где-то видел в ТикТоке. Все, уже почищено? Электроручник, если что, мы уже сделали. А, это прямо ваше решение? Да. Мы сами. Ничего себе, вы сами делаете суппорта? Да. Сколько лет меня не было? Вы слишком быстро эволюционируете. Мы не коснулись, мы просто-напросто. Обалдеть. То есть это уже готовый кит у вас для перехода на электроручник, установки его, по сути, да куда угодно. Вот, ну у нас уже ездит пара-тройка рейндж-роверов, несколько BMW. Удивительно. Активно, а почему вы решили сами делать такое решение? А тут как раз вопрос цены. Цены, да? Да? То есть вы можете сделать это дешевле, чем покупать бэушный R8. В общем, на этом моменте я понял, что успех неизбежен. Да. Осталось только уточнить по срокам. Сроки? Да. Правильный ответ. Как бы сроки будут, это круто. Да, в чем преимущество, опять же, компании ВБП, что уже второй раз мы также делали с вами на УАЗике, да, и также мы делаем с вами на С4. Для разработки тормозной системы, новой тормозной системы, не нужна машина. Причем, если в случае с УАЗиком вы кулак даже сами где-то нашли, купили, да, по-моему, от Маджеста и так далее, то в данном случае у нас просто все было разобрано, поэтому мы предоставляем в компанию кулак, тормоза, дальше много справочной информации также и все. И, как вы видите, машина у нас в кузовне разобрана и вообще сейчас как единого целого не существует, подрамников тоже еще в сборе не существует, а тормозная система уже при этом изготавливается, и она будет готова раньше, чем будет готова машина, а потом все это на машине, сжав кулачки на ногах. Вот так прям, да, мы все это собираем, да. Вот это, конечно, огромное преимущество, потому что раньше, еще там сколько там, 5-6 лет назад, да, все равно, ну, привозите машину, как говорится. Ну, конечно, в общем, мы брали металлический уголок, брали гайки, прямо практически на машине все это приваривалось, конструировалось и потом очерчивалось, да, наверное, так шло. Теперь, конечно, все... Меняется. Много изменилось, господа. Собственно, все, тормоза остаются здесь, работа идет, как вы поняли, а мы дальше перемещаемся, наконец-то, в финалочку, потому что приехал супер ништяк, опять же, для Audi S4. И в финалочке, ребята, есть офигенная новость. Офигенная она, потому что мы искали это, наверное, недели три, и в итоге нашли. Эта удивительная вещь приехала из города Павлодар. Казахстан. Казахстан в этой серии спонсирует просто весь позитив, который есть в S4. С Казахстана приехала Blenda, Hella Black, с Казахстана приехал Muffin. Там еще в разработке бампер, но бампер, скорее всего, приедет с Беларуси.
Там я почти где-то вот уже. Ой, вот уже, это уже рядом, но неважно. Казахстан, ребята. Если мировая столица Passat B3 это Беларусь 100%, то мировая столица Audi 100 это, конечно же, Казахстан. Причем в любом кузове любых соток в наличии. И мы искали 3 недели определенную вещь. Были не очень хорошие люди, которые предлагали за эту вещь, вернее, хотели за эту вещь 40 тысяч рублей. Потом люди попроще предлагали типа 25, потом за 15 выскочило на Авито, когда мы уже в видосе и в инсте объявляли, что мы ищем эту вещь, на Авито выскочило за 15. Хотя и ежу понятно, что цена этой вещи, газетки, «Казахстанская правда», за 27 ноября 2012 года. Это слишком далеко, чтобы мы могли понимать, как дела в Казахстане на самом деле. Но мы за правду, как и где-то «Казахстанская правда». Так вот, это уникальная вещь, на самом деле редкой не является. Но никто не знает, что ее в принципе можно продать, поэтому пока мы не кинули клич, никаких объявлений о продаже, соответственно, и не появлялось. Но как только мы этот клич кинули, очень грамотные коммерсанты стали просить за нее килоденьги. Хотя реальная стоимость ее где-то, 2-5 тысяч рублей. И это, господа, настоящая магнитола от Audi S. 4. Называется она Audi Gamma CC. Именно вот так она выглядит. И именно вот так она называется. Вы очень много скидывали разных магнитол. Скидывали магнитолы от B4 кузова. Скидывали магнитолы от Audi S6. Потому что в S6 она уже пошла чуть другая. Они были варианты даже чуть длинные, нестандартного размера, не под DIN, чтобы закрывало прикуриватель, который здесь находится в Audi и так далее. Но вот она. Одна из самых жирных Audi Gamma CC. Еще была Audi Gamma Bose. CC, она вот так с приставкой Bose была. Но кто там даже, я писал кому-то в личку, там за 18 тысяч мне предлагал, говорил, это же вышняя магнитола, серьезно. Это, пусть она хоть и вышняя, но это магнитола 93-94 года, и ни о каком качестве современных магнитол тогда речи быть и не могло. И отдавать за эту магнитолу 40 тысяч рублей ради чего? Ради функции настройки Хохен-Агала? Или бас и вот эти два треугольничка? То есть для чего? Здесь даже, по-моему, нет автореверса. Или есть? Может и есть автореверс. Может быть, типа, потому что здесь какая-то вот такая странная надпись есть. То есть зачем отдавать и все? И вот это вот и радио? Эта магнитола не может стоить ни 40 тысяч рублей, ни 25, ни 15. В итоге Казахстан 2500 рублей. Как она и должна на самом деле стоить. Потому что если даже хочешь делать по уму, по сути, все, что от этой магнитолы нужно, это панель лицевая. Чтобы управлять громкостью, вкл-выкл, вот так вот, и непосредственно, уж там бас громкий, даже не обязательно, чтобы они управлялись, но тоже это можно. И все. Дальше за этой мордой просто уже прячется какой-нибудь процессорный блок, который переваривает, естественно, Bluetooth, все, что надо, и отправляет все это уже на маленький спрятанный усилитель где-нибудь, который все это транслирует уже на современные динамики. Не может эта магнитола стоить 40 тысяч рублей. И она, мать твою, нередкая, чувак. Серьезно, думай, когда бы ты... Я понимаю, что ты увидел видос, да, Костик ищет запчасть. Надо зарядить на нее кучу денег. Но в итоге ты идешь в жопу, а мы покупаем за 2500, как и планировали. Вот в чем разница. Потому что, физически здесь нет 40, и она нередкая. Как только мы сказали, что мы ищем эту магнитолу, появились объявления в продаже массово. Это вообще мы уже не первый раз наблюдаем. Началось все это с удивительных серий про девяточку, да? Когда мы ищем по 3 месяца редкую запчасть, но ее нету. В видосе говорим, нам ее не найти. На следующий день Авито просто взрывается этими запчастями. Потому что люди вот так годами вот что-то там пинают, под ногами ходят. О, она же, оказывается, у меня есть. Я могу ее продать. Давайте продадим ее за 40 тысяч рублей. Нет, за 25, да за 15. Нет, ребята, 2500 она стоит. 2500. Вот так вот. Так неприятно, да, но придется терпеть. Потому что реально, их там было. Причем нам скинули стопку, да, их вот этих магнитол она лежит. Их просто, потому что она не редкая. Естественно, что все нормальные люди эти магнитолы вытаскивали, вместо них вставляли что-то другое, потому что, кассеты, ребята, кассеты и радио, больше ни черта в ней нет. И она не лучшим образом звучит, даже если была надпись Bose. Даже если была надпись Bose, все равно это не топ-качество, потому что это просто середина 90-х, тогда не делали нормальных магнитол. Магнитолы нормальные делались.
На Камичи появились середины 90-х, вот это был маффин, по-моему, лютейший. Потом пошли процессорные пионы, и алпайны и так далее, и так далее. Вот это была пушка. А это просто, грубо говоря, на сегодня декорация. Просто, чтобы соблюсти историческую аутентичность. И все. Поэтому никак не видитесь. С чем еще на Авито у нас такая фишка возникла? С тем же бампером, да? Мы начали искать бампер на S4. Бампера повылезали. Что-то еще повылезало, коробки стали вылезать на Авито, как только мы свою свернули, их до этого машины. Это и не было. Машины стали вылезать с коробками, да, на Авито. Да, 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 да. А сколько людей, когда ребята звонят просто по объявлению что-то на S4, там сразу, это же для Кости, это для академика. То есть прям вот реально есть крутые пацаны, кто помогает. Опять же, Казахстан, и спасибо вам всем огромное за поддержку, но есть темная сторона, которые как бы говорят, что помогают, на самом деле хотят навариться. Ну серьезно, вот серьезно, да? И сколько мы такого хотели? Яркий пример с этой девяточкой, с этими катафотами, которые на ребро двери накладываются. Мы их тогда не нашли ни одной, потом Авито взорвалось, их просто сегодня лопатами можно эти катафоты везде покупать. Диски от Карлоты потом нашлись, на Авито всплыли, которые мы искали по всем клубам, спрашивали людей, знакомых, не было этих дисков от Карлоты оригинальных, и потом бац, после нашей серии все это на Авито вываливается, там где-то один диск, где-то два, да сама Карлота стала появляться, там где-то бампер, где-то листва, где-то задние и так далее, то есть люди думают, что это их звездный час, сейчас получится навариться, но нет, мы все-таки, конечно, шаристые, но не так, потому что смотрите, бампер S4 в Европе стоит 750 евро. Ткань с надписью «Quattro» можно в Европе купить. Она будет стоить типа тоже под 600 евро. Еще магнитолу за 40 тысяч рублей. Это тоже на самом деле 500 евро. Если так собирать S4 вот так вот в лоб по тем ценам, которые предлагают некоторые коммерсанты, нам не хватит ни одного, ни двух, ни трех миллионов рублей. И вот мы собрали, да, бампер, магнитола и ткань для салона. 1500 евро. 1500 евро. Да даже больше, плюс доставка и так далее, там 2 косаря евро, да. Поэтому, господа, успокойтесь. Если вы как бы хотите на чем-то заработать, не получится. Потому что есть Казахстан! Казахстан! Там все это в ходу, там все это продается. И также помимо Казахстана есть Беларусь. Потом есть еще Польша, потом есть еще Эстония, Латвия, Литва, и везде нормальные ценники. То есть прям реально, в Германии бампер стоит 750 рублей, Эстония, 750 евро, Эстония 80 евро. То есть прямо вот чувствуете, да, вот прямо есть разница, она реально существует. Беларусь $200 бампер. Все в порядке, в отличном состоянии, вроде как. Сейчас поедет. Так что спасибо вам огромное, что вы помогаете или даже пытаетесь, даже кидайте ссылки, если не идти на ту деталь, неважно, все равно огромное вам спасибо. Вот из-за вас практически все это держится и продолжается. Мы уходим на следующую серию, потому что мы заканчиваем это писать вот сейчас. Сколько у нас? Сейчас вот у нас час 15 дня. Вероятно всего, вы смотрите это в 8-9 вечера, и это все в тот же происходит день. Это тот же раш, который был с Понтарезкой. Серия снимается утром, а выкладывается вечером. Уже этот хвост, это уже все я монтирую. Все, потому что Игнат закончил монтировать до тормозов. Игнат закончил монтировать на коробке, вот там то, что мы снимали. Дальше уже тормоза, а это сейчас, это же я уже сейчас вот прям днем сижу и монтирую, чтобы оно вечером вышло, потому что Игнат монтирует то, я это, потом это все срастается. Рассинхрон по видео где-нибудь добавляем, да, пару пропусков по звуку, и все, нормальное видео выложено. Click analyze to begin, обязательно эту строчку добавить на стабилизации, которая там не стабилизировалась, неважно, все по классике, ребята. Все как раньше, но мы не сдаемся, мы продолжаем, серии будут выходить, мы будем цепляться зубами за воздух. Audi S4 будет снова великой. Спасибо вам всем еще раз. Огромной вам удачи, такой же, как нам пока что. И пока. До встречи через неделю здесь же. Не забываем, мы не знаем, что вообще там будет. Но что-то будет, мы снимем. Да, все. Давай, вырубай, наконец-то. Перемотать до сих пор. Интересно. А нет, там уже все придет на...